Спортсмены Томской области приняли участие в региональном этапе всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В этом году за выход в финальный этап боролись более сотни ребят из 13 районов и 5 городов региона. Одним из организаторов мероприятия стала компания «Газпром Трансгаз Томск». Подробности далее. 13 команд со всей области. Каждая нацелена на победу. Тренеры дают наставления и оценивают соперников. Впервые в истории состязаний региональный этап проходит в таких комфортных условиях. В этом году площадкой для проведения соревнований стал спортивный манеж «Гармония». Один из лучших за Уралом. Такую возможность предоставил «Газпром Трансгаз Томск». Генеральный директор компании Владислав Бородин в режиме онлайн поприветствовал участников и гостей мероприятия. Но я считаю, что все вы, участники финальных игр, уже победители, потому что вы честно боролись за победу. Спасибо вам за силу воли, крепкий командный дух и стремление к победе. Участники регионального этапа состязания успешно преодолели два предыдущих – школьный и муниципальный. Победители отправятся на 3 недели в лагерь «Орленок» в Краснодарский край, чтобы там побороться за всероссийское первенство. Ребята наскучались. Наскучались по открытым занятиям, по открытым спортивным состязаниям. И вот такой массовый охват, он очень важен. Это привитие здорового образа жизни, это позитивного мышления, это умение соревноваться – и поддержать победителя, самому проиграв. Возраст участников президентских состязаний каждый год определяется жеребьевкой. На этот раз между собой соревнуются 7-классники. В течение 2 дней они сдавали нормативы и проявляли себя в теоретическом, творческом конкурсах и в легкоатлетической эстафете. Ребята очень волнуются, потому что, во-первых, у нас путь довольно-таки долгий. Вот их занимались, было дистанционное обучение, все это очень сказалось на всех этих результатах. Считаю, что я выступила очень хорошо. Я потянулась 25 раз. Именно 7-классники школы номер 2 Каргасокского района по итогам соревнований заняли первое место среди сельских команд в общем зачете. Лучшими среди горожан стали слежевчане. Обе команды примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдет в Орленке в сентябре. Олеся Курносова, Сергей Герой, Иван Патлусов. Вести Томск.